В Омске ученые до сих пор не могут получить гранты, которые выиграли в начале года. Два преподавателя Сибирской дорожной академии стали победителями конкурса Российского гуманитарного фонда и должны были получить по 300 тысяч рублей, половину из регионального бюджета и еще половину из федерального. Но местные власти обещанных за победу денег до сих пор не предоставили, а без них и федеральные средства выделены быть не могут. Преподаватели уже дважды писали губернатору и в Министерство образования, ответы чиновников их не устроили. Большие проблемы с финансированием вообще всех проектов. Ну и, конечно, есть шанс, что не будет вообще финансирования. Тогда написал второе письмо губернатору и сказал, что, в общем-то, зачем тогда предлагать конкурс грантов, если вы не можете финансировать? Можно забыть о Москве. В прошлом году ситуация с грантами была похожей. Тогда власти региона оформляли гарантийные письма для Москвы, и лауреаты конкурса смогли получить хотя бы часть положенных денег из федерального центра. В этом году гарантийных писем чиновники уже не предоставляют. Теперь ученые, чтобы снова доказать ценность своих исследований, намерены участвовать со своими работами уже в федеральных грантовых конкурсах.